не забыл крикнуть «эх». Собственно, степ мы бить не будем, а «эх» крики. Похлопаем там как-то, чтобы было понятно, что это... Не-не-не, в конце похлопаем так вот, чтобы вы пошлепаем, подсокаем, чтобы вы поняли, что это степ. Вот, по-русски четко. Как хорошо этот раз не вернуться и на опасном вираже благополучно в землю не воткнуться, хотя казалось бы уже пилоту в небе море по колено, где удержать его ничем. Готов летать пилот в четыре смены, хотя казалось бы зачем. Я чисто полетел по утру лениво, грудно вином, верну хвостом, и заволнуется встревоженная нива под ветерком. Зревет машина прочихавшимся мотором, уйдет земля из-под нее, и обопрется на небесные просторы. Крыло мое, крыло мое. Пилот живет, оно на вольной птице, всегда не там, где жил вчера. Он не спешит с землей обзаводиться, хотя казалось бы пора. И при нехватке денежных ресурсов не растеряется пилот, он не собьется с правильного курса, хотя казалось бы вот-вот. Я чисто поле выйду по утру лениво, крутой винтом, вильну хвостом, и заволнуется встревоженная нива. Ну а потом забьются камни, очумевшие со страху, и разлетится воронье, и всю планету поразит своим размахом. Крыло мое, крыло мое, крыло мое. А под крылом моя земля, а под землей руда, а из руды моя страна. Ты моя, 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 ты мо